У нас милиция. У нас скорее их боишься. Я им очень благодарна. Никакого насилия с их стороны я пока еще на себя не ощущал. В принципе, да. Чему? Было несколько раз, я, знаете, меня брали понятые, я видела, как они работают. И я им только посочувствовала. Да. Потому что у нас в стране все хорошо, все законно, мало нарушений, все отлично в этом плане. Нет. Конечно, нет. Чем? Как же? Глупое питание. Ну, как же мы глупые? Какая милиция? У нас милиция? Нет у нас милиции, нет у нас власти, нет у нас ни свободы, нет у нас ничего нет. Вот пока не будет такого, как Зеленский, да, у нас ничего не будет. Нет. А чем? Ну, милицию нужно уважать и думать, что они будут защищать тебя. У нас такого нету. У нас скорее их боишься, нежели надеешься на их помощь. Ну, пока меня не подводило, не знаю. Вы знаете, у меня был личный случай, когда я обратилась, и я им очень благодарна. Они нашли нашу машину буквально за 2 дня, поэтому доверяю. И большое им спасибо. Поэтому бывают случаи, когда действительно милиция приходит на помощь, и куда нам еще обращаться. У меня пока не было вариантов, да, как бы с ними негативных, да, и так далее. Я человек законопослушный, мне с ними контактить приходится достаточно редко, но никакого насилия с их стороны я пока еще на себя не ощущал, да, там. Хотя много чего слышал, конечно, но... Нет. Мне кажется, уровень доверия белорусской милиции, он на отрицательном уровне находится. Почему? Ну, они сформировали негативный опыт за все эти года. Все эти истории там с городовым Минским, задержание, истории с задержанием оппозиции ни за что, эти протесты там молчаливые, которые подавлялись как бы без каких-то ли видимых причин. Ну, то есть не работает сама система.